Я приехала сюда 17 сентября, и апа мне сказала 3 месяца оставаться. Про это место мне сказали, в Алмату приехала, мне сказали, такая пещера есть, бабушка есть лечащая, бахса. Ехала сюда просто посмотреть, как что здесь. Целенаправленных вот таких конкретных вещей никаких не ставила я. Не строила никаких ожиданий по поводу поездки. Информацию, что есть такое место, я знала, то, что у меня была здесь подруга. А, ну, как бы желания сюда приехать никакого не возникало, потому что там, лететь в Казахстан, в какую-то деревню, работать, как бы, ну, не очень хочется. А потом мне приснился сон, в котором я увидела это место, увидела, что я сюда приехала, и иду босиком к дому по заснеженной дороге с ощущением огромного счастья и таких крыльев за спиной. И увидела это место, как-то походила здесь, пообщалась с какими-то людьми во сне. И поняла, что, проснувшись, поняла, что все, надо ехать. И взяла на следующий день билет на месяц сюда. Первый раз я попала, как будто я в рай попала, так сказать. Такую легкость, такое ощущение, в другом мире я нахожусь. Чего сказать? Здесь это уже себе легкий стал. Сразу видно. Хорошие святые места это. пайғамбардың туған күні бір мың бір жүз мұхаммедтің. Очень много лет я читала там книжки Карлоса Кастанеды и мечтала встретить такого человека, как Дон Хуан, например, да, ну, именно учителя, который был бы, ну, для меня учителем, что ли, я не знаю. И вот когда я приехала сюда и познакомилась с Апой, и постепенно, живя здесь, я поняла, что именно в лице Апы я встретила такого учителя и такого человека, ну, безупречного мастера. Но я с самого начала ехала с таким как бы уважением, и во мне уже, наверное, воспитана традиция уважения учителей. Поэтому первое ощущение, оно было, ну, скорее такое, как благоговение. Ну и немного такое, как бы боязнь, потому что я не понимала, как здесь устроено все. Мы встаем рано утром, все вместе, мы пьем чай, завтракаем. И потом каждый отправляется заниматься какой-то работой, которую Бихтима дает каждый день. Ребята, пошли, три человека, машина торгай, не заводит, пошли. Дайте ребенку ложку большую. Кому-то пасти коров, кому-то баранов, кому-то мыть посуду, готовить обед, кому-то навоз чистить, кому-то еще что-то, огород копать. Очень много здесь разных занятий. Это древний ритуал, который сейчас уже очень редко кто делает, проводит. Очищение рода, очищение того, ну, напряжения, как бы грехов, которые проходили по роду и передавались тебе. Она, ну, переводится на барана, эти грехи, напряжение какое-то, и уходит вместе с бараном. И через кровь человек получает очищение. А когда проползаешь под бараном, то это тоже такой перевод на барана, того, что у тебя есть негативного. А по гимнастику туда доставляйте. Еще раз. И крит так брится. Вот. Все лучше. Все лучше. Все молодые вилеры вот эти. Ты фунт пшло, ну. Как я Алла елдин анасы болайын, көкірегім құрам болсын. Алла көшетті. Арғасын.
примерно. Я вообще вначале была в огромном ужасе от всего того, что я здесь видела. Это была еще зима, холод. Русских здесь не было. Мне было очень непонятно вообще, что здесь происходит и зачем. О, у меня был большой шок и очень большое непринятие вообще. То есть, хотя я ехала, я знала, что здесь проводятся вот такие ритуалы и делается вот то-то, то-то. Но все равно вообще, то есть у меня был ужас, и там было очень жалко животных, и непонимание вообще, зачем, что и как. Ну, и это, наверное, основной мой вопрос. То есть, ну, почему вообще в жизни это есть, и происходит там смерть, убийство, там, жертвоприношение, и, наверное, я здесь для того, чтобы ответить для себя внутри на это. Я думаю, что я сюда точно вернусь, и думаю, что даже не один раз. Вообще, Бифатима говорит, что каждый должен посетить это место 5 раз. И каждый раз что-то в человеке будет меняться, и 5-я поездка открывает сердце человека.